Та-ри-та-ри-та-та-ри-та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 -
Так. Что у нас? Что у нас здесь? Thank you.
Ребятки, всем привет. Пока слот загружается, я схожу курю. Всех рад видеть. Долго, если честно. Всем привет, народ. Всем привет, всем привет. 6. Что с Nintendo-то такое происходит? Кто знает? Что-то не то, что-то не то. Nintendo. Ау. Я не знаю, почему так долго. Фигня какая-то. Но он не должен так грузить был. Слушай, а попробуй через свой. Он у тебя быстро зайдет. Блин, нет, это херня какая-то. Так долго не должно быть. Может, это знак? Фигня такая. Народ, всем привет.
Всех рад видеть. Не, это фигня какая-то. На тен, походу, моросит сегодня. Не знаю почему. Ладно, дадим ему еще минутку. Посмотрим, что из этого выйдет. Если ничего не выйдет, то... Даем, ладно, золотую минуту, потому что я всегда по традиции в него захожу. Вот, сейчас напишу, чтобы народ заходил. Нормально, все, работаем. Работаем, ребята, работаем. Так. Так, как там слот видно? Слот как видно. Так, нормально. Все нормально, все видно. Все здесь. Стас, Стас Ген Турбо Дюша Метелкин. Лайк, да, лайк, окей. Казино Мастер, привет. Олег, привет. А кто еще здесь? Отписываемся, ребят. Потому что надо знать, сколько нас народу. Так, ладно. Давайте помчем. Помчим 50 спинов. 50 спинов. Два, второй. Может быть, что-нибудь прострелит. А может быть, что-нибудь прострелит. Нужно пиу-пиу-пиу, и все будет хорошо. Нет, да? Пойдет, пойдет, давай еще. Блин, поймать бы 5 скатеров, вообще бы был прям идеально. Идеально. Но это невозможно. Пойдет, 2 скатера пойдет. Но нужен третий. Нужен третий. Окей. Да блин, почему 2? Давай 3. 3, 3, 3, 3, 3. Интересно, разлюблю мы сегодня до второй. Весь корабль сверху поставил, было бы гораздо лучше. Блин, как же так? Давай, 5 скатеров. Ой, и поедем отдыхать в Крым. Ничего рассказать. Нужно 5 скатеров. Скатеров 5 нужно. Но это в идеале. А в минимале хотя бы 3 скатера. Хорош гуянь. Так,
отображается. Это значит, он что-то решил подкрутить нам. Сейчас бы биткруточку какого-нибудь. Та-т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 а
Ну что ж ты, а? Да, не будь жопкой. Давай, хорошо дело. Поход 2 вообще не хочет. Чего, давайте. Ладно, еще 10 спинов. Раз. Два. Три. Три. Окей, пойдем. Так. Ну чего? Начало, в принципе, неплохое. Надеюсь, и продолжение будет такое же. Выбираем, народ. Первую или третью? Ну, я больше склоняюсь к третьей бонуске. Так как это гораздо... Ну, если даст, то он очень может много дать. Первую поинтереснее. Почему поинтереснее? Она подольше, и, то есть она гораздо... доставляет больше кайф. Но если выстрелит третья, то будет... будет больше. Илюх, сам что думаешь? Так. Дилемма. Дилемма, конечно. Джан, я ничего не сделал. Все-таки у меня интуиция к первой. Давайте первую выберем. Она поинтереснее немножко. Да, офигеть, я сразу начал. Так, 10 спинов. Спины тоже много. Нормально. Так было. Так, продолжай. Давай. Следом. 2. Два, значит, нужно два. Давай еще два. Сразу два. Два стоит. Так, 8 пинов. Давай. Вроде. Ну давай. Блин, любит. Так, 4 спина и 6. Но он может добить прямо легко, если захочется. Давай, 2 спина. Но. Ладно, 616 рублей. Ой, ну ладно.
Бим-бим-бим. А вот следующее, если она попадет сейчас, ну, за 20, да, будет 25 спинов, будет третий бонус. Надеюсь, она выйдет. Ну давай, ну раз расставился, давай расставляйся. Распрягайся. А пиццалист сейчас 5, с которого будет. Все, это можно будет отдыхать. 5 скатеров. 5 скатерочков. 5 скатеров. Давай. Я не понимаю, у меня чат завис или народ такой неактивный? Почему он лайки не ставит? Ребятки. А? По-братски. Тебе дали для того, чтобы ты дал нам три скатера. Три скатера, чтобы все посмотрели. Давай. Ну нет. Два дает, третий не дает. Один дает, третий не дает. Нормально, да? Так, два спина осталось. Нет, я поставил итоги. Никто не хочет ставить. Так, 7700, уходим. Марат, кстати, работает... Работает. Джан, а ты тут? 7700, иначе я уйду. Давай ставь. Че, не поставишь, да? Не поставишь ты. Давай ставь. Так, короче, не хочешь. Ладно, уходим. Не хочет, пойдем другой. Не хочешь, как хочешь. Не хочешь, как хочешь. Так. А давайте в Таните сходим. Прикольный, в принципе, слот. Три человека, блин. Было 5. Двое куда-то убежали. Ребятки, ну что? Кстати, как вам заставочка? Делаю ее человек, присутствующий на стриме, за что я ему благодарен. Огромная благодарность. Тут. Окей, Марат. 1, 2, 3, 4. Или 4, или нет. Блин, почему так это? Слоты долго загружают. Что за фигня-то?
О, поперло вроде. Сейчас, ребят, по рабочему моменту посмотрю. Так. Наш канал начал принимать ресеты, я знаю. Спасибо. Тан-таран-таран-тан-тан-тан-тан. Представляете, третий бонус, когда вот сейчас X2000. Вот это бы было жопа. Так, звук есть, все есть, можно поехать. Все, погнали. Танити голд! Танити голд! Так. Эх, ё. Давайте по 30 рублей, по 30 рублей, по 30 рублей. Хорошо. 30 рублей. Ну, допустим, 50 спинов. Глядишь, и бонус. Пойдем в синенькую. Нужна вот это. Блин. Я понял. Думаешь, так пойдет? Если будет нормально, это отпиши. Нам нужен бонус, он по 30 рублей может так жахнуть, что вообще. Давай синенькую или красненький. Так. Так, у нас уже 2 часа. Прям народ, ты этот. Че, коронавирус уж стоит? Нет. Так, ну давайте. Так, вот это что-то, что-то может быть. Интересно, что же это может быть. Так. Ничего, сразу тянул. Все, Джан, я тебя понял. Все, понял. Мне еще надо здесь всех закрыть. Почему-то он не закрывает. Давай, гнитка. Парам. Так, 31. Ой. Что нахуй? И ничего не сыграл. Представляете, вообще нихера ничего не сыграл. Че такое, а? Че такое? Можно.
Так, что у нас здесь происходит? А что у нас здесь происходит? Так, синенькую нужно. Так. Давай, бонус. Чтобы у нас был бонус, чтобы у нас было все хорошо. Так, давай. Я сейчас, по-моему, 820 рублей, по-моему. Так, загрузился, подкрутился, давай. Сейчас тоже все нормально. Ни разу я здесь не ловил бонуса, но сейчас посмотрим, может быть все нормально. Нужны вот такие дуги, залипающиеся дуги, когда будет все хорошо. Так, давай, мы в тебя верим, очень сильно верим. Давай. Давай. Ну что ж ты, а? Нужен бонус. Бонус. Пожалуйста. Не получилось. Не портануло. А вы видели, да, как он поставил посередине самую дорогу? Это же вообще, вот если бы там что-то сыграл, это было бы. Ну вот что ты, блин, нужно вот этот вилл залипающийся. Дай морду, вот этих морд, чё не дал? Шайтан. Так, морды сыграли. Морды сыграли, зелёнику давай. Так, а почему не... А, ну давай вот сейчас играй. Ну давай акулу. Фамилия, это что за фамилия? Это который Мидас, что ли? Ой, не Мидас, как он. Tomb of Madness, что ли? Так мы еще дойдем до него. Нам надо здесь бонус поймать, и тогда у нас будет, наверное, все хорошо. Наверное, не знаю, точно. Так, ну давай, пожалуйста, а? Ну, пожалуйста. Падла! Блин, а? Как он близко шел. Так, зеленые. Нужна вот эта пушка. Ну давай лягушку, пожалуйста, по-братски. Сука. Привет, Алекс. Всех рад видеть. Ребят, подписывайтесь на канал. Кому не сложно, поставьте лайк. В дальнейшем будет розыгрыш. И надеюсь, от Икса разыгрываем. Так, ладно, 6500, уходим.
Слепающий стрелок не остался. Ну гнитка ты вонючая, а? Но ЕЛК, он слот такой, блин, опасный, если честно. Все слоты, конечно, если честно, опасны. Но это вообще такое, знаете, вообще как... Немножко не понял, ну как висит... Спасибо большое, Алекс. Приятно. Спасибо. Забегай на стрим, возможно, у нас интересно. Нужна синенькая, нужна синенькая. Ставки небольшие, потому что депозит небольшой. За пожелание от души. Блин, да зимку! Вот как ты такой? Вот как ты работаешь? Понятно. Нет, что за слот? Интересно. Давай бонус. Не, может, ты слышал, но не заходил. Я понял, понял. Короче, не хочешь ничего давать. Пошел в жопу. Так. Так, ну ЛК не дает что-то. Давайте посмотрим по провайдерам. На тент ЛК. Давайте Буков. Плейнго посмотрим. Давайте в реактор снизошка. Так, на зоне золота забыл, сам надо сейчас сказать не могу. Понял. Если что, забежим, посмотрим. Ребят, всех рад приветствовать. 8 человек, вам всем от души. Спасибо, что зашли. Казино у нас генерал. Кому интересно, ссылки в Твиттере. Там найдете плюшки. На первый депозит бонус 100%. Вагер сейчас на данный момент большой. Ну как большой? X35, по-моему. Вот. Но, возможно, сам отыграл. Казино нормальное. Деньги вывозит быстро. В случае чего, по моей ссылочке можем задать вопрос, если у вас какие-то возникают проблемы. Так, пока грузится. Блин, почему так слоты этот долго не начали грузиться? Мастер. Васиски, иди сюда, иди ко мне. Returns. Я тебе пишу сообщение. Да, задержка небольшая стоит. Так, камеру убрать, съемка видео запишу. Да, хорошо, лагалком. Окей, как скажешь. Блин, что-то слоты действительно реально вообще так долго загружается. Вообще капец долго. Чего как долго-то все? Вот, давайте вот в этот попробуем.
Рад приветствовать всех. Reach of Robin. Robin. Я в демо-версии в него играл. В принципе, прикольно, мне понравилось. Но в демо-версии он мне давал. Сейчас. Сейчас посмотрим, как он здесь делает. А сколько уже стрим идет, кто подскажет? Минут 30, наверное. Ребятки, лайкис. Лейкис. Лейкос. Не, вообще что-то Плэнгол моросит. Так, понятно, Плэнгол моросит. А, давайте. Так, Плацон, Тандеркик, Аматик. Можно, конечно, Аматик попробовать. Либо. Ну, давайте еще Book of Dead попробуем. Я сегодня по стриму бегаю и замечаю, что Аматик играет. Ты как бы второй человек, который мне об этом говорит. Ну, давайте сейчас посмотрим. Я не знаю, ну смотрите, что с Плэнгол вообще прям беда какая-то. Ладно, давайте в Аматик раз. Пойдем. Знаете, куда мы пойдем? А я знаю, куда мы пойдем. Мы пойдем в Book of Dead. Book of Fortune. И что, нормально играет, Алекс? Алекс, если не затруднит, пальчик прожми, пожалуйста. Ребятки, ребятушечки. Сейчас у саппорта спросим, что происходит. Так, да кому как, но сыпет потих. То есть, ну, икса, я так понимаю, небольшие, да, смотря на тебя, с веб-камеры у тебя в голове долларов. Да, я... Это я хотел сказать Марату, но он не этот. Колян, здорово. Колян, здорово, привет. Как дела, Колян? Да, Никитос, ты заметил это, да. Над башкой горит доллар. Go, Matic, Елка. Колян, как дела? Колян, расскажи, как дела? XX300. Ну, слушай, это... А Матик вообще редко когда играет. Но играет. Но смотрите, видите, что это со слотами. Что-то это проблематично. Почему, я не знаю. Что за фигня? Ну, вообще капец, очень долго. Обычно он должен загружаться. Давайте даже, к примеру, я не знаю, другой казино посмотрим. Ну, это вообще капец долго. Хотя у меня ничего не грузится. Да, ничего не грузится. Почему так, я не понимаю. Потихоньку.
Понятно, понятно, Колян. Все с вами понятно. Как Андрюх там, рассказывай. Ну, это вообще прям засада. Блин, да что такое-то? Давайте в бит посмотрим. Ну это бред вообще какой-то. Так играть невозможно. Настройки по сообщению. Так, давайте, давайте. Матик сейчас здесь проверим. Не, играем мы в генерале, вот, но мы сейчас на данный момент это проверяем, почему так. Может, действительно из-за казика. Ну, это вообще трындец. Блин, ну вот это понятно. Нет, здесь быстрее. Здесь быстрее почему-то. Блин. История браузера, да. Что у нас? Да мы сейчас спалимся. Блин, точно. Сейчас. Выход. Надо вообще вот здесь так скайп отключим. Сейчас проверим. Так, ОБС, Опера, Медмин. А, я понял, понял. Все. Мелкая, чего ты? Давай, давай, Шарик. Шарик, давай мне. Так, да как всегда, давай сидим. А ты сейчас это, с Андрюхой, что ли? Если с Андрюхой, то привет ему передавай. Так, браузер поменяй. Да не, это из-за антивируса, все, в принципе, нормально. Так, давайте. Давайте по 40. Блин. Так. И как играть? Самое главное, чтобы нам сейчас, ну, x100, x200 дало, да, чтобы баланс хотя бы поправить не было. Получилось более-менее хорошо, хорошечно. Да нет, один. Все понял, Колян. Понятно. Колян, на канал подпишись, лайк поставь, и будет тебе аура. Самое главное, чтобы мама мать отдал. Дал, прям отдался обычно. Так, оператор привет меня. Оператор. К какому оператору? Немножко не понял. Или опере? Thank you.
Буду надеяться, что нам мать удастся. Колян, подпишись на... Игра начинается заново. А чё это? Чё-то мальчик моросит, походу, в натуре. В натуре! А, я тебя понял. Да. Ошибка при входе. Все, а матик, походу, замросил. Не знаю почему. Чего за фигня с ним? Диана. Лев передал. Так. Аматик просит. А может быть? А? Как думаете? Все-таки добить? Так, давайте бац так пойдем. Спасибо. Все, Алекс передал. Вам привет, откис. Блин, а че ты. Почему так сделали вообще неудобно? Или это из-за того, что опера? Ну, мне кажется, аматика мозги начинает делать. Фигня какая-то. Ту-ту-ру-ту-ту. Да никак, Никитос, пока этот, пока чуть-чуть уменьшается. Балансик уменьшается, а ничего такого серьезного не было. Давайте по 30. Ну, блин, вот замок надо было поставить. Вот, привет. А сейчас ставку переставил, он по-любому даст. Ну, прям, ну, процентов, наверное, 70, что он доходит. Рассказывал. Город Иваново, Ивановская область. Далеко от Москвы. Ой, что я сделал? Вот. Блять, смотрите прикол, баланс обновился. Да я вот тоже думаю, блин. Нужен алкастр. Блин. Ну, аматик что-то мозги делает, ребята. Аматик делает мозги. Пойдемте чуть-чуть в Space поиграем. Я схожу покурю. На 40 я, по-моему, поставлю его. Пойду покурю. Та-та-ра-та-та. Нашли мы заходить сегодня не так, а сегодня так везет на том свете. Да мы просто в слоты не те заходим, поэтому так и не везет. А эндорфины можно. Можно будет попробовать.
Ты ко мне нет варгейм, Марат? А, все понял, все понял. Выход, тоже выход надо сделать. Тут херню тоже надо убрать. Ребят, а кто подскажет, сколько стрим идет? Не могу понять. А, всего лишь час. Всего лишь час. Всего лишь час. Блин, как мне нравится заставка вот эта, которая Леха сделал. Прям прикольно. Но Никитос, да, согласен. Можно и попробовать в этот Плангоу сейчас пойти. Трудимся, трудимся, Алекс. Трудимся, работаем. Дом, работа, дом. Как и среднестатистический человек. Сам чем занимаешься? Рассказывай. Блин, от таких прям этих погружений что-то как-то это. Ребятки, зацените, пожалуйста, еще раз этот интро. Я сейчас быстренько схожу покурить и приду. Так, я тут, ребзи, не разбегаемся, не разбегаемся, все здесь, Стас, Гена, Турбо, Дюша, Метелкин, все здесь. Так, что там на тента? Блин, что такое, блин? Что такое происходит, а? Ребят, ребзи, что происходит, а? Действительно. Да. Марат, что за фигня-то? Что за фигня творится, народ? Народ, что творится-то, а? Может, мальчик опять? Я даже не знаю, даже не знаю. Ну, давайте отстек еще раз попробуем. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, не ответил на сообщение. Сижу дома, выжидаю карантина, играю в казино и жую каждый день. Так это да, то есть, ну, примерно сейчас у всех такой алгоритм действий. Мазафакер.
Так, привет, мне сейчас очень деньги нужны, жене машину купить надо, ты много играешь, я кину тебе ссылку на казино, тебе же без разницы, все казино отдавать или мне немного помочь заранее, спасибо. Я тебя понял, и тебе всего доброго. Пошли, друзья, дальше. Нельзя так делать, то есть... Это очень неприятный момент будет. Как и для меня, так и для Слушай, прикольная тема. У меня коллега на работе тоже по поводу этого прям болеет. Пьем, пьем, пьем. Мы сейчас ловим три книжечки, у нас баланс управляется, все будет. Бам-бам-бам. Блин, Диана, ты задрала. Да на три надо, три надо. Да в принципе, да. Алекс, давай, на следующий стрим придешь, то есть снова можно вот этим вопросом задать. Нам нужны три книжки сейчас на данный момент. Нужны книжечки. Нет, сегодня мы в этом казино. Вот. Так нужно, пацаны. Поймите меня правильно. Что тоже окей. Я понял, взаимно будет подписка. Блин, ну что-то сильно, да, сильно что-то не особо. Давай. Нужно три книжки вот это. Бам-бам-бам. Будет все. Окей. Или пять телочек желательно. 5 точек будет вообще прям нормально. Телефон за связь показывает, я говорю, может дать свечку, 5 часов, не понял. Да нет. Тумказики, да, то есть, ну, нормально подняли, но изначально, то есть, я начал стримить это казино, и поэтому, как бы, ну, неправильно это делать. Сейчас еще пойду. Реактунс, посмотрим, что там будет. Надо это сначала зажать. Но матик мне в последнее время вообще прямо разорвался, если честно. Он мне разонравился, ты мне разонравился. Ты мне разонравился. Давай. Ой.
ничего страшного, это казино, это нормально. То есть в одном поднять, в другом сидеть. Это нормально. Так, ну а матик что-то вообще моросит, он ничего не хочет давать. А матик, ну ничего не хочет давать. Да и пошел ты в жопу. Фараон, чекни там хоть больше. Буков фараон. Что за буква фараон? А, я тебя понял, я тебя понял. Так. Нет, мы сейчас пойдем попробуем отыграть. Пойдем вот сюда. Сейчас попробуем в ReactTones. Будем надеяться, что он нас отмажет. Хотя бы, ну, хотя бы немного, но отмажет. Хотя бы, чтобы баланс поправил. Вот. И тогда будем уже думать, чё за фигня. Ребятки, самое главное, не отчаиваться. Все будет нормально. Верить в то, что вы отмажетесь. И надеяться на это. Без надежды мы не те. Жалко, блин, да, ни одного бонуса, то есть заходим в слоты, ни одного бонуса. Это очень напрягает, очень напрягает. Вот, но ReactTunes, будем надеяться, что он поправит нас. Так. Да. Ну, пока да, потому что, то есть, смысла нет много делать каналов на данный момент. Нет, Никит, не здесь. А в другом. Это в бите было. Бит старт. Было это в другом казино. Ой. Но тогда и вспоминайте, то есть был такой момент, что мы зашли с косарем по 10 рублей, и он выдал нам x750. Вот это да. Да, то есть и там везде есть. Паша Иванов, Иванова. То есть там один должен быть такой. Попробуй найди и добавимся. Ну давай. Нет. Так, короче, ReactTunes. По 32, 50 спинов. Погнали. Гнитка. Так, сейчас я подойду. Надо кофейку сделать.
Так, давай, Танго, выручай. Ты нас должен выручить. Давай, тан-тан-тан, тан-тан-тан. Так, это играет. Добивай. Окей. Я тебя понял. Спасибо. Так, 3200, блин, 3200 уже, нет. Надо что-то делать. Что-то делать надо. Что-то делать надо. Ну давай, playing goal. Playing goal, давай. Давай вот здесь. Вот здесь, давай. Вот здесь прям точно надо. Точно надо. Давай. Давай, 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 давай. Но. Так, добьешь? Нет, не добьешь. Хреново. Хреново, ребятки. 2900, 2900. Хорошо. Давай. Нормально. Отважим вот с точков. Так, сотен. Что еще? Давай. Что давай? Еще, еще, еще. Так, что у нас? А что тут? Так.
другого. Выручай, выручай. Выручай, ёхай. Давай, брат. Ты не хочет, да? Как прямо не хочет. Так, 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 ё. Да, не стабильно, скажем. Так, вот здесь можно что-нибудь поставить хорошее, и будет все. Плохо. Плохо. Так, как у нас здесь дела? Ребзи, как дела? Ребзи, как дела? Так, 1, 2, 3, 4. Так, ни о чем. Я так чувствую, сейчас будет хайрол. Продолжение. Если он не отмажет, конечно. Здесь-то можно? Но! Спасибо. Давай вот здесь. Хорошим и стабильным. Так, смотрим. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ну добей. Нормально идет. Давай еще давай. 1, 2, 3. Хрен знает. Ну чего? А что это оно? Ну давай, добивай. Да, здесь ничего не знает. Вообще жопа, понятно. Хайрол. Хайрол, походу, предстоит.
Так. А что-то думал. Это надо думать. Что-то надо думать. Так. Ничего такое, блин. Заморозь. Давай, отмазывай. Мы пойдем в какой-нибудь другой слот. Давай здесь, вот здесь, давай. Так он прям любит обламывать, поэтому все сейчас. Вот почему здесь нестабильность нельзя сделать, а? Вот объясните мне. Подожди, Никита, подожди секунду, блядь, с такой пиздец вообще, если честно. Блядь, ну так не подъеби, пожалуйста. Давай, 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 добивай, 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 пожалуйста, прям по-братски тебя прошу. Не подъеби, пожалуйста. Пожалуйста. Ну не подъеби, будь ты человеком, а. Четыре места. Блять, ну. Да, блин. Давай розовых. Розовых. Эх, ебать. Эх, пизда. Эх, пизда, блять. Пожалуйста. Бля, музыки нет, пацаны. Блин. Ну вот так примерно. Ладно, спасибо, Реактонс, хотя бы так. Модер фоткой называется, да, как у стримера. Ладно, балик поправили, это уже хорошо, пацаны. Занос, занос. Ну небольшой, но нет. Приятный. Заносит. Хоть небольшой, но он приятный. Так, балик поправил, это уже хорошо. Прям, блин. Я и говорю, реактуция это прям хорошая нестабильность, у вас все хорошо. Но 4 врезания, это вообще жесть. Я такого никогда не видел, если честно. Вот тут еще можно что-то делать. Если отмажем, то
то депозита, то закончим и на следующий стрим сделаем нормальный еще один стримочек. А это же, по-моему, этот. Я тебя понял, разве? Это где акулы там водоросли, да? Ты про это мечтал? Сейчас до нестабильности уходим. Я тебя понял, Алекс. Ну давай, гнитка. Привет, ничего поднял. Дэн, сейчас балик это отмазали. То есть до 1700 спустились и восстановили. Ну, пока ничего особенного. Их 100 дал. Еще бы дал хотя бы их 100, и вообще бы был бы замечательно. Блин, жалко, вот музыки нету такое, когда лонгол начинает играть, он вот так делает. Так, давай восстанавливаем процесс. Ёдерный театр. Давай, разогнался, собрался и не поднялся. Давай. Ну все. Вязание, билды. Нет. Как он нормально, да погнал. Ну тогда начнем. День от души, спасибо, давай, счастливо. День, лайк не забудь. Че, ребят, как думаете, как хватит сладкое? Делать. Блин, хреново, когда он желтый ставит, их много и не дает не стабиться. Вот это вообще вот прям. Никто, надо хотя бы этот балик поднять, и тогда, ну, не вопрос. Я не жадный. Я так думал, что он был, надо уходить. Снова у нас реакция. Да, что-то он все не так все похоже. Ну да. Thank you.
Красавчик, блин. Красавчик, по душе. Я тебя понял, день. Понял, понял, спасибо. Давай, зеленых, желтых и разрушение. Бля, не знаю. 2, 3, 4. Бля, и ничего не играет. Это вообще бред. Ну это фигня. Это вообще плохо. Да. Не знаю, почему-то мне кажется, что он может. Хотя упарываться в один слот — это вообще самая последняя беда. Так вообще нельзя не делать. Так, и чё у нас здесь? Ну давай, делай хорошечно, ребятки, давай, добивай. Все сделай красиво, ровно и бодро. Давай, врезание, вилды, зеленый, все что угодно. Зеленую. Так, добил, нормально отбил, прибил. Давай, вилды, если ты сейчас даешь вилдов, я в тебя буду заходить каждый стрим. Отвечаю. Вот каждый стрим буду заходить. Но! Блять. Ну как он? Как он это сделал? Короче, до пятерки надо ходить. Гнит. Давай, вот здесь добьешь. Ну давай, сделай красиво. Ну как ты так, а? Ну давай. Блин, да, как он хорошо сейчас это подъебал, так скажем. Просто взял и подъебал. Давай. Не, пятерку, походу, надо уходить. Потому что там вообще. Ну, вообще прикольно. Добил. Да, блин, а что тут? Ну, не так, не, надо выбирать другой слот. Другой слот, и посмотрим, что можно сделать. Добьёшь? Добил. Вот если он сейчас розовых бигудов поставит, это будет пиздец. Да ё-моё. Блин, ну как вот... Подъебал. Ну, это реально кто сможет так делать?
Он прямо думает, что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, а хотя на цене... Поехал. Давай, билдо. А. Сколько тебе можно взять? Так мне интересно, где нельзя. Ну ты где цители прямо, а? Давайте вот в этот слот попробуем. Да, в этот слот. По 32. Блин, жалко, конечно, он не поставил этот. Ведь последний маленький недобивание не хотел. Чё он такой-то? У меня даже слов нет. Разрешил. Ну давай, давай, попробуем. Рейзер, по-моему, да? Рейзер. Так, это у нас что получается? Это у нас провайдер. А провайдер-то какой? Провайдер какой, я забыл. Тендер кейп, нет. А, пушки. А, на тент. Платин, плейгон, плейсон, плей. Слушай, а здесь пургейминга-то нету. Пургейминга нету. Платипус, плейсон, плейтэч, покер, прагматик. Ну я не вижу, не вижу, Алекс. Ниндзя это который этот что ли? Эндорфина? Блин, да я эндорфина вообще, если честно, не особо. Нет, походу, райзера здесь нету. По-моему, так пишется. Давайте, знаете, куда? Тайгер, как спин, Белатра, Белатра не особо, Воздан, Плейгон, Платин, так.
прагматик пойдем. Давайте прагматик. Прагматик, прагматик. Да господи, да что ж такое-то, а? Давайте в собак пойдем немножко. Косарь поиграем. По 20-й. Джуманджи, Джуманджи, Джуманджи. Блин. Михаил Анаргуричи. Чего, сори, это да-та-та, глоба, почему у тебя, что такое? Приветствую, Михаил. Че, Дохаус не работает? Блин, что-то, короче, этот генерал, походу, опять дудосит. Так. Так, так. Давайте в тёлку сходим. Не знаю, либо у меня что-то с компом не то, и... Секунду, ребятки. Че за фигня там, че за фигня? Может, мне интернет не тянет? Хотя не должно. Эндорфин. Не, походу, у меня интернет. Что-то с интернетом мозги делаются. Ты имеешь в виду по времени? По времени где-то полтора часа. Полтора часа. А так, если брать за вообще, то есть, ну, недолго, месяц, наверное, три. Вот, то есть, упирается в денежные средства. Так.
Сейчас, минутку тоже, ребят. Не, у меня, походу, что-то с интернетом, потому что так не должно быть. Месяц три, наверное, четыре, не больше. Нет, херня какая-то. Пацаны, чего за фигня, я честно даже не знаю. Сейчас, пацаны, я извиняюсь, что вот такие задержки, просто я в этом не виноват, вы уж извиняйте. Пока эндорфина... Ой, стоямбус, стоямбус. Что я сделал? Пока эндорфина, вон Дино сыграю. Ой, ты ж, блядь, а чё это? Это так мало. Грабли. Я понял, понял, в душе, в душе. По три бутылочки был бы вообще. Третью надо, ну третью надо, ну что ты такой? Не, эндорфина бывает, она тоже провайдер такой необычный.
Всего 6. Это что, такие выплаты? 9. Давай, 3 точек. Я знаю куда, можно еще врага толстать. Блин, ты че за выплат? Ты 6. Блин, а что это сюда не делает? Рыбка золотая. Но. Ай. Да я в него тоже как-то не верил, он мне херак себе 80 тысяч дал. Ну что ты? Вот сейчас, вот что рыбку не дать, а? Давай. Но. Ну давай. Почему тёлка не подмазывается? Что это за фигня такая? Ну капец вообще. Ну давай. Мне это нравится. Ну давай, 3. Не хочется он передавать. Блин, а чё тёлка не подумал? Почему так? Это вообще не прыгает, я считаю. Пойдет. Давай, тёлка.
Ну что ты, а? Уж три ты тёлки мог и дать. Ладно, две. Это у меня есть правда. А три ты давай. Че, надо добавить сюда же. Интересно, он может 4000 схавать и при этом ни одного бонуса не дать? Я думаю, может. Да это на данный момент это тёлки, которые не дают ни хрена. Блин, а здесь же ещё тейк риск есть. Что мне нравится, эндорфин все время такая это, интересная, то есть она одну карту дает пробить, а другую не дает. Давай, тёлок недающих, но три, недающих, но три, три тёлок, три тёлочки. Сейчас, Лёх, надо, блин, я не знаю. А? Чё? Ну чё? Ну, погнали. Давай, я в тебя верю. 2600, нормально, нормально. Илюх, красавчик, я красавчик. Кто красавчик? Я красавчик. Давай, ретриггер, давай, ретриггер, давай. Давай, давай, родной, мы в тебя верим. Ретриггер нужен. Нужен ретриггер, what the fucking. Так, давай, балик отмажем. Давай, родной, давай, давай, родной. У нас, блять, ну вот, вот сюда бы дал, этого, как его, блин. Ну давай, 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 давай. Такой длинный. Есть. Кто красавчик? Я красавчик. Я красавчик. Ты красавчик. Илюк, красавчик. Алекс, от души. Всем спасибо. Всем красавчик. Давай, погнали еще. Сейчас посмотрим. Может, это действительно, может, нормально все будет. Может, все будет нормально, а? Ну, балик отмазали. Это уже хорошо. Блин, чуть-чуть не хватило. Илюх, готовь нарезку. Скорее всего, нарезочка будет. Не, ну чё, я ничего, а он чё, а ты чё? Ну чё, блядь, а? Кому ты хочешь создать проблем? Ты, блядь. Пойдёт. Вот как приятно, когда слот отдаёшь. А кто сказал эндорфину, тот красавчик, я не знаю, прям вы малорики. Ну всё, сдулся, что ли? Давай, ещё давай. Слушай, 5000 это мало, давай ещё. Ну на спин-офф ещё дожжу. На спин-офф хоть попой живёт. Красавчик, от души, Никитос, от души. Давай.
Никому нужна война. Никому, конечно. Давай еще. Нормально, нормально, нормально. Давай, давай. Ну, я бы сейчас охерел, если бы честно. Я сам еще дал. У нас 60 минут получается. И сколько? А, 45, 45, да. 8, 4, 5, 9, 9. Ну давай, давай еще, еще не сделаем немножко. Вот прямо вот до десяточки и нормально. То есть x200 уже есть, это нормально. Ну давай еще, ну не утухай, не утухай. Блин, да. Я думал еще, конечно, будет. Давай, сейчас все сделаем. Ну давай до десяточки. Вот чтобы было все ровно, до десяточки, и все будет зашибить. Я думаю, мы сможем, да? Мы сможем? Эндорфина, а? Телочки. Три телочки. Ундины. Зайки мои. Давайте. По-братски. Три спина. Ретригер, может, а? Может, ретригер? Может, ретригер все-таки. Ну, нормально, еще бы в ряд встали, а это было вообще. Оп, по С пойдет. Take risk же у нас еще есть, правильно? У нас еще есть take risk. Ну, понятно, что я не буду. Да, 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 да. Ой. Извиняюсь, это не то. Так, мы включаем заново трек. Вот этот трек. Сейчас мы раскидываем. Блин, так не нравится, как он этот. Сейчас, ребятки, секундочку. Так, Лёх, я тебя понял. Как приятно, ребятки, как приятно. Давайте, благодарочка. 5 спинов и уходим. Все, отблагодарили. Ну давайте еще немножко. А вдруг он сейчас еще бахнет. Ну, эндорфины вообще красавчики. И Лех, нам надо что-то делать по поводу розыгрыша. Я так считал, как бы, блин, это как-то вообще не так. Надо что-то делать с этим. Найтбот, я не знаю просто, как его настроить. Ну все, да. То есть эндорфина отдалась. Ой, ты ж боже, ты мой. Вот сюда бы ее и вот сюда. И тогда вообще нормально. Думаю, что да. Лёх. Десятку я выведу. Ну все, все, эндорфины, спасибо огромное, идем дальше. Так. Что-то сыграть. Давайте в ELK по небольшой ставке. Илюха, Никит, на том. А не 15 ли было на том? Нет, на том больше было. Это 100 очков. Давайте Вуду сыграем по небольшой ставочке. Немножко это расслабимся, потому что нормально. Илёх,
Рогатого пробую разыграть. Да, кстати, да. Но мы сейчас здесь косарь, и то есть добьем остатки в этом. Волосатого. Просто ELCAM, ну, мне нравится за счет картинки. Неплохой такой это, провайдер. 4. Да. 4,5 я выбрал. Здесь по 20. По 20. 1250. И дальше в это пойдем. Даст. Нет, так нет. Ничего страшного. То спин-офф. Все, получали. Я покурить, ребятки. Отлучусь на лоб. Вот, а вы смотрите. Может что-то. А может что-то. Может что даст? Может что в натуре даст? Посмотрите, что тут, да? Ну, за страшку, да? Так, белка, ну, ну да. Так это все так. Все провайдеры, по сути. Никитос, а во что ты чуешь? Ладно, я курю тебя. Оставайтесь и заносите X200 с вас. Короче, ребята, у меня здесь такая мысль пришла, неплохая.
Так, а как? Ой, 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 давай, давай, делай вещи, пожалуйста. Делай вещи, пожалуйста, брат. Так, как мы начнем? Вещь у меня очень такая необычная пришла. Сейчас я додумаю, я вам скажу. Хорош, давай еще. Хорош, еще. Короче, ребят, вступайте вот в эту группу. Напишите в комментарии под заносом, где Reactons. Вот, и сделаем розыгрыш. Илюха подскажет, что как мне сделать. Не подъеби, пожалуйста, по-братски, я тебя прошу. Ну все, не хочет. Сегодня напишите, завтра это разыграем. Там под записью Казино Генерал порадовал, вот, где Reactons 24240. Там напишите любой комментарий. И то есть сегодня напишите, завтра разыграем. Потому что как бы не. Я не знаю, как еще правильно организовать розыгрыш. Поэтому не обессудьте, пожалуйста. Сейчас много. Давайте. Да, давайте по 20. 25 пинов. 40. Сейчас, секундочку. Лев, ты тут? Отпишись. Я и говорю, ты смотри, Канат, ты зайди на вот эту группу, которую я скинул,
Напиши там комментарий под первым постом, который где указан этот реактон со скриншот. Вот, напиши там, и возможно завтра тебе повезет. Почему бы нет? Вот этот слот тоже такой, блин, необычный. Сегодня день вообще хороший, прям как и на том стриме. Прям, блин, рада. Второй стрим подряд. И нормально, блин, вообще. Душевное такое. Давай. Чем больше сейчас народу, то есть, ну, напишет, точнее, чем меньше сейчас народу напишет, тем больше у вас шансов. Да-да. По-моему, нормально. Есть, надеюсь, музыка не сильно громкая. До 11 мы, короче, поиграем, потому что, ну, лучше я разыграю, допустим, ту же самую пятихатку, чем просую. Вот, и в дальнейшем я думал насчет этой задумки. В общем, смотрите, от X, допустим, 300, если будут заносы, то можно часть денег, допустим, 10% от этого, можно закидывать там в приюты какие-нибудь нормальные, чтобы... Ну, не просто, допустим, просрать эти бабки, а чтобы, ну, нормально хотя бы толк какой-то был. Давайте еще 25. Вот, то есть это моя задумка такая. То есть, ну, мне ее, конечно, подсказали, но вот, так как я, то есть, ну, отношусь к животным нормально. Лучше я им помогу, чем, допустим, чем какие-нибудь там, я не знаю, бывают попрошайки, которые заходят на стрим, и, там, давайте мне. Там выигрыш или там дела, таких вообще не есть. Блин, ну вот что так. Сергей, да, Сергей, добрый вечер. Чуть-чуть. Рад видеть. Как и обещал. Разве это грабление? Это так. Если бы он до X64 дошел, и ставка бы была рублей 500, вот тогда да. Тогда бы я чуть-чуть вас подграбил бы. Продолжай. Синюю. А может это занос? Как вы думаете? А что, X не считается? А, это чистый X. Да ёма, ну как-то. Так, группа для того, чтобы вы знали о том, что когда стрим проходит и какие, ну, новости, допустим, будут в дальнейшем.
Буду рад всех видеть. Приходите. Скидывайте, будете скидывать туда заносы, и будем делиться всеми. Не всеми, конечно. А вот это будем решать. Вот это будем решать. Чё, как, почему, зачем, откуда. И, Лёх, а если ты тут, а напиши этот, сколько мы уже ведём стрим. Потому что, ну, надо это, в дальнейшем, я думаю, закругляться. Но это на момент, это вот этот момент мы решим, когда, то есть, ну, разыграем. Разыгрывать будем завтра, это в любом случае, вот, так как сейчас уже день подходит к концу, вот, и мы будем завтра разыгрывать, и, то есть, ну, определим победителя. Давайте в первый зайдем. Ну, блин, нормально уже 2,5 часа. Ну, у нас, то есть, стрим, да, такой, это, натяжной был. То есть, спускались, потом баланс поравняли, потом нормально. Бабки есть, можно и поесть, да, все так. Так, Никитос, а это как в смысле чего как? Ссылки на данное казино находятся в Твиттере. Заходите по ссылке, проходите. Это ссылка моя. И ссылочка моя, вот, в случае какой-то, ну, допустим, непонятной ситуации, если у вас все нормально, вы зарегистрировались, то есть, ну, указали все верно, то есть, в случае чего, ну, смогу помочь. Да, в принципе, можно, чё, у нас народу немного. Давайте, только пишите один раз цифру единицу. Вот, сотка на кивас попадет. Один раз пишем слово, нет, давайте эндорфины. Пишем слово эндорфина. Никита, эндорфину пиши. Пиши ты. Народ, пишите слово эндорфины, и сотка на кивас будет ваша.
Так, Никита, Алекс, Олег, Марат, жена Марата, дети Марата, пишите. Дашь ли? Может, дашь? Все, да? Вонючка! Ребят, сейчас буду выбирать из двух человек. Ну, конечно же, он не даст. Не даст, не даст, не даст. Не даст, не даст. Да, не даст, не даст. Ой, ой, ты хороший ты человек. Так, ха-ха, почему эндорфин? Потому что подняли мне, а розыгрыш будет на 15 лайков. Да, ребятки, давайте 15 лайков, и все нормально будет. Не, Лёх, все, я уже сказал, то есть надо это выполнять. Сотку на кивас, в принципе, ничего страшного. А вот следующий, да, можно будет этот, на кивасе. Вот, следующий розыгрыш можно будет сделать на 15 лайков. Так, получается 1, 2, 3. 1, 2, 3. Да я понимаю, понимаю, да. То есть получается, мы выбираем победителей из трех человек. Хорошо. Подождите, блин, я не могу так сконцентрироваться. Никитос, ты выиграл. Пиши кивас. Никит, пишите вас, потому что ты выиграл. Да, короче, я чисто это считалкой делал, потому что как бы народу немного, вот, посчитал. Ну вот так. Я просто не знаю, как Найтботом пользоваться, если честно. Чисто, знаешь, так по-русски. Бенч. У него дети скоро обогатятся. Вы что там, вы угораете, что ли? Скоро дети начнут играть. Не, Никитос, давай все по справедливости. Выиграл ты, значит, твой киви. Твой номер телефона, если у тебя есть киви. Если нет, то давайте я перекину на карту.
Я так понимаю. Ну ладно, ладно, ладно. А, дело ваше. То есть мое предложить, ваше отказаться. Марат, а напиши еще раз вот тот телефон, который ты тогда присылали. Поехали. Ребят, кому интересно, ссылки в Твиттере. В Твиттере есть две ссылки на казино. Одна из них я играю сейчас на ваш канал. Заходите, кому будет интересно. Можете спросить в группе, вам модер ответ. Казино с лицензией, так что все нормально. По поводу бабок выводит все без проблем. Самое главное, пишите все честно, и чтобы у вас не возникло потом проблем с этим. Не создавайте мультиаккаунты, потому что за это блочат. Я один раз в своей жизни пришел к товарищу поиграть, так скажем. Ну, была возможность, вот, пришел к товарищу. И по случайности я, ну, как бы не по случайности, я зашел через его на компьютер. Вот, то есть мы хотели поиграть, то есть провести нормальное время. А, вот, и как получилось, что после того, как я ввел, я не знаю, почему сохранилось, ну, сохранилось до синхронизатор паролей, что так он называет. Вот. И получилось так, что я с него на учетке кинул со своей карты. Вот, кинул я тридцатку, а эта тридцатка зависла там, но выиграл я, короче, 42 или 45 тысяч. Вот, и получилось так, что я написал поддержку, и после того, как я написал, моментально же оба аккаунта, короче, заблокировали. Поэтому и говорю, то есть пишите все верно, информацию предоставляйте ну, нормально, и тогда то есть, у вас проблем с выводом не возникнет. Да, ребят, поставьте лайк, если не затруднит вас. Всем спасибо, кто зашел. Рад видеть. Честное слово. Ссылки на данную музыку находятся тоже в описании. Кому интересно, зайдите на ВК. То есть можете послушать нормально без хорошую музыку. Приветствую, казино. Слушай,
Плангоу немного проиграл. Эндорфина сегодня нормально играет. Ну как, по крайней мере, Ундина отдала X250 по ставке 40. Репзи. Так, я так понимаю, по поводу розыгрыша надо было... Так. В общем, как мы поступим в дальнейшем? Слушай, ну сейчас на этот. То есть нормально, да, по 40-й ставке Ундина. В принципе, вообще нормально. С тремя ретриггерами, то есть, ну, нормально. По 40-й ставочке. Ну, какого Александра? Никитос, ты меня что-то это... А! Я тебя понял. Это музыка, которую я взял в описании для того, чтобы не нарушилось. Это авторские права. Тебе надо зайти о канале, если ты хочешь по поводу группы там или чего-то дальнейшего. А ссылка на казино идет в Твиттере. То есть это надо заходить на о канале. Сейчас, секундочку. Покажу, как он. Блин, я сегодня вообще целый день, если честно, не могу накуриться. Вообще прям, не знаю, особенно когда за стримом, это вообще прям нет. Ты вроде куришь? Я не склоняю как бы к курению. 4, 3, 4. То есть этот, блин, да я тоже хотел это, в Рогатого зайти, посмотреть, как он вообще там поживает. Может, на шампур его несу. Да, это, то есть, на музыку, это описание на музыку, а так, сейчас покажу. То есть, смотри, о канале Никитос, и вот здесь в Твиттере, Твиттер, там будет две ссылки на казино, и мой контакт, вот он, вот здесь, а это группа на, ну, группа на казино. То есть там, ну, народу вообще мало, да, ну, то есть начинается все с малого. Вот они. Чего? Попробуйте, да, вот это. Блин, господи, что такое? Почему-то у меня описание дает. А, я все понял, это я лошара. Лёх, чё скажешь? Косарь добиваем или разыгрываем? Допустим, лучше на дальнейшем. Я думаю, что лучше разыграть, ну, 10,5 выйдет.
Слушай, приходилось, потому что некоторые каналы, то есть не видел, вот, и из-за этого, короче, приходилось это переделывать страну. Всем большое спасибо, кто здесь сегодня был. Как бы стрим немного подходит к концу уже. Честно, спасибо за лайки, за то, что находились со мной рядом, за вашу ауру, прямо от души. Вот, в дальнейшем стримы будут в любом случае. Слушай, а кто-нибудь играл вот эту бета? Так, это вообще что такое? Карточка стала. Что это вообще такое? Чего? Это вообще что такое? Как играть? Так, Локи 7. 7 это динамичная игра, в основном которая легла в лотерею. Участникам предлагается широкий спектр разных сотов выигрышных ставок, могут принести прибыль 2000 раз, превышающий размер первоначальных ставок. Так, заинтересовали процесс игры из 42 шаров случайного лута, выбирается 7 выигрышных, которые перемешиваются в трубку. Лоток тираж считается состоявшимся, если были выбраны по меньшей мере 7 счастливых шаров. Если в труп попадает более 7 шаров, подсчитывается только первые 7 шаров, а остальные игнорируются. Я помню это. Это, знаете, раньше такие были эти конторы, которые специализировались на вот таком моменте. То есть раз, два, четыре. Кто помнит это? Ну, да, практически как это, как лото. Да. Нет, такую я не хочу. Почему моя фигня не работает? А надо посмотреть, кстати, ссылка на Твиттер вообще идет. Да, ребят, вот две ссылки, а генералу вот этот первая ссылка идет снизу, а дальше идет другой путь. Кому интересно, заходите. Не, лайф не работает, почему-то. Ой, извиняюсь. Давайте рептайгер построим. Амидас, это Тандеркик или это рептайгер? Это Тандеркик, по-моему. Тандеркик. Блин. Так, давайте минус. Минус зайдем. По 10 рублей. Да, нет. Как будто я прям 15 тысяч закрыл. Это где? Где это никто? Ну-ка, покажи-ка мне. Блин, а я закрыл ее, да?
Это с правой стороны, что ли? Ты про это имеешь в виду? Хэу-йоу. Я тут снова с вами. Блин, вот этот трек мне понравился, кстати. Давайте еще раз послушаем, да, прям мне понравилось.
Филипп, сейчас отвечу, подожди секунду. Лёх, что-то я что-то не понял. Я так понял, что ты отходил. Может, три воротинки будет нормально? X500. А, хау, все понял. Прошедшим приятным. Давай переворотим. 500. И все будет хорошо. Приворотеньки давай. Нормально, пойдет. Чуть по чуть. А что, все что ли? Еще раз. Мужики самые топовые. Опять бабки оплатили. Давай три ворота и будет все хорошо. Наверх. Блин, да, если честно, Тандеркик, он, блин, я его вообще прям вообще не понимаю. Кто залез? Куда залез? Кто зачем залез?
Ребят, кому интересно, сейчас буду World of Tanks играть. Кто хочет, присоединяйтесь. Ну давай, давай, родной, пожалуйста. Давай. Так он вообще любит обламы печи. Два поставить на первых самых обламы. Третье вытягивает. Пять удар. Я не знаю, это может из-за... А, я понял почему. Все, 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 я понял почему. Как бы вот, сегодня плюсовой стрим. Сегодня с вами генерал ПЗК. Кому интересно, регистрируйтесь. Ссылка в Твиттере. Можно найти в описании о канале. Заходите туда, и будет вам счастье. Но не заигрывайтесь. Ребятки, не заигрывайтесь. Так, сейчас, секундочку. Последний штрих. Последний штрих сейчас будет. Так, как она... Ребят, всех рад видеть. Большое вам спасибо, что были здесь. На этой хорошей ноте с вами прощаюсь. Всем удачи. Пока. Все, ребятки, всем пока. Спасибо, что были. На этом стрим заканчивается.